Давайте покажу вам свои небольшие покупочки на сегодня. Ходила в Ленту, в Ленте все покупала. Сыр Вкуснотеево по скидке 159 рублей за кусочек. Романовский 149, это все скидки сейчас. Кетчуп, не помню, что-то около 100 рублей, не больше. Лаваш вот такой беру, он самый мягкий, 55 рублей, 54 с копеечками. Помидорки вот такие розовые взяла, 260 рублей. Яблоки «Медовый хруст» называются, 139 рублей за килограмм. И грейпфрут 199 рублей за килограмм. Взяла еще у Никуськи вот этот корм, она ест у нас. Сыр «Виола» 119 по скидке. Царка около 60 рублей, тоже скидочка. Взяла самый свежий от 26-го. И потом на кассе мне вот предложили ягодное лукошко. Никогда не брала. Не очень, вы знаете, я люблю песочное тесто. Вот, ну, предложили, взяла. Поэтому цену я не обратила внимания, но говорят, что это вкусно. Тут у нас пришла Никуся, кушает. Как раз вот у нее тоже такой вот корм. Ну, вот из баночек пюрешечка такая мясная. Водичка и сухой корм. Так как у нас девочка очень капризная, то ест, то не ест. Ну, пришла покушать, надумала. Ну, вот такие, в общем, у меня небольшие покупочки. Все по скидочке, я очень довольна. Кстати, «Виола» есть и в больших коробочках, и скидка тоже там вообще такая приятная. Но у нас не успевают съедать большие коробочки, и не люблю что-то выбрасывать. Ну, я добавляю тогда, делаю какие-то сливочные соусы. Вот такие вот. Такие покупочки я делаю часто, а базовые закупочки, как вы знаете, мы делаем где-то раз в неделю. Бывает в 2 недели раз, это там уже берем там побольше уже и мяско, и картошечку, и все остальное. А такие небольшие покупочки, когда заканчиваются, или, например, я зашла сейчас за совершенно другими, хотела только овощей взять, но смотрю, все по скидке, и поэтому взяла и то, и то, и то. Но вот эту царку, царскую каплю, это я люблю царка. И лаваш, естественно, сейчас буду делать тогда шаурму, нашу любимую. А вообще надо как-нибудь накрутить пельмешков, показать вам тоже наш рецепт и как мы это делаем. Ну, обязательно еще вам все покажу. Так, а сейчас еще пойдем с вами и посмотрим, что взяла на Валберис. Пакеты не всегда беру, взяла просто вот в такую сумочку. И сейчас будем с вами разбирать. Давайте покажу вам свои покупочки с Валберис. Себе взяла вот такую замечательную трикотажную, прям шелковистая, аж такая, сказала бы я, трикотаж шелковистая, пижамку, 100% хлопок, брючки и футболочка. Брючки с карманчиками и на удобной, достаточно широкой резиночке. Очень классная, я очень довольна. Все брала, конечно же, по скидкам. Пинцетик для бровей Мерц. Взяла масло. Усьма — это уход бровки, реснички. Взяла вот такие перчаточки себе. Митенки, митенки. По-разному можно делать ударение. Я, кстати, проверила. Натуральная шерсть. Они такие надеваются на один пальчик. И остальные пальчики свободные. То есть это удобно очень, да, там карточку в метро, да, там телефон, что-то, ключи положить, очень удобно. И если они такие достаточно высокие, они до локтя, и если мы одели какую-нибудь там кофточку 3/4 рукав, да, чтобы не было холодно, прям прекрасный выход из положения. Также у нас укрепляющий шампунь вот такой замечательный. Никуся, ты нам дашь посмотреть? Нет, это уход для лица, но это профессиональная косметика. И тоже смотрела на Валберис, вот такая интересная полочка. Это два вот таких вот человечка. Мы их вот в эти вот вставляем пазики. И ручками они, так скажем, держат эту полочку. Это такая полочка. Расцветочки есть разные. Сейчас попробую показать. Вот так вот. Тут есть и клещи, элементы крепления. И вот так вот они держат за стену.
Вот такая вот полочка. Я еще не знаю пока, куда я ее буду применять, но мне она такая показалась забавная, интересная. Показывали тоже, кто покупал уже так в декоре, смотрится как дома. Мне показалась такая забавная полочка. Куда-нибудь мы ее, естественно, применим. И полочки есть разные. Я взяла супер тонкую, а можно взять более такую упрочненную, такую уплотненную, да, полочку. Это смотря кто, что, как собирается ее применять, что туда ставить. Мне так чисто для декора просто показалась такая забавная, интересная идея. Друзья, ну и вот все мои покупочки такие интересные. Показала вам и продуктики, какие купила, и что купила на Валберес. Мне на маркетплейсах очень удобно заказывать. Очень удобно, потому что во всех магазинах, как вы знаете, да, свои цены. Ты в один идешь, тебе здесь это удобно купить по скидке, в другой то, и бегаешь, а по всему городу ты не набегаешься, и даже по району. Один там от другого магазин, грубо говоря, там на минут 40 и с продуктами ты уже и с чем-то еще, с покупками не побежишь. А чисто выбирать время на шопинг, ну, это надо реально выбирать время. Я предпочитаю сходить куда-нибудь в кафе или дома, сделать себе каких-нибудь вкусняшечек и посмотреть вместе какое-нибудь интересное кино с мужем. Ну, вот в таком вот плане. Или погулять по парку. New Day, новый день. Я зашла в магазин, мне надо купить сырочки в шоколаде, вот такие вкусненькие. И зашла в Фамилию посмотреть, что новенького. Вот такие красивые вазы для декора дома. И белая красивая, да, такая слепкая. И розовый котик. Очень много керамики симпатичные. Я дома, мне надо помыть плиту. Готово. И приступаем к приготовлению вкусного салатика. Нам понадобятся отварные кальмары очищенные, сыр, майонез, зеленый лук и огурчик. Я уже подготовила салатничек, где я буду все это смешивать, перемешивать. Нарезала кальмарчики тонкими полосочками. Вот так. Колечками нарезаем зеленый лучок, такой спелый, сочный. Ох, как будет вкусно! Натираем немного сыра. Огурчик я помыла, обсушила, очистила от кожицы и нарезала тоже ломтиками, как и нарезали кальмарчики. Все перемешиваем. Вот такая вкуснота у нас получилась. Это очень легкий, вкусный салатик. Всем, кто кушает, приятного аппетита! Так, друзья, подготовила свой ежедневничек. Сейчас его буду заполнять. Заполняла я его по своим планам до 1 ноября. И представляете, на 90%, если не быть таким прямо максимальным перфекционистом, я с делами со всеми своими справилась. Не знаю, каким таким волшебным образом все это влияет на структурированность, по крайней мере, у меня в моей жизни, но для меня это как бы очень такой хороший вариант, чтобы ничего не забыть, а поставить для себя какие-то планы, задачи, и их выполнять. Если ты не выполнил в поставленные сроки, даю себе еще какой-то небольшой такой период, но уже так ограничиваю. В этот раз я ограничила 1 ноября, и к 1 ноября много что я успела. Я очень-очень рада. Параллельно смотрю ютубчик, интересные каналы. Люблю тоже послушать. Что еще у нас по закладочкам? Очень закладочки клевые, классные, достаточно мягкие. Я люблю, когда вещь не только красивая, да, но и как бы приятно взять в руки. Буду покупать еще. Брала, кстати, в канцелярии у себя на районе. Что еще хочу сказать? Как всегда, надо такую фразу проговаривать, не забывать, что на моем канале нет рекламы. Показываю только то, что покупаю для себя. Что в распаковочках, что в продуктиках, что в каких-то вот таких товарах в канцелярии. В фикс прайсе уже купила вот такие стикеры.
к Новому году. Как раз буду на декабрь уже ежедневник свой планировать, планер свой заполнять. И что еще хочу сказать, что в этом году буду декорировать свой дом, обуючивать его как-то к праздникам новогодним, ну вообще к зиме, в начале декабря. Обычно я это делала где-нибудь там 28, так 27 декабря, наряжала елочку, какой-то декор делала, какао-бар. Но в этом году я решила делать это все пораньше, чтобы побольше себе создавать какого-то вот такого теплого настроения. Чтобы ты приходишь так холодным, таким поздней осенью, да, вечером домой, а у тебя уже здесь как-то такая радостная, теплая, яркая атмосфера. А как делаете вы? Рассказывайте, мне будет очень интересно. Вообще пишите в комментариях, обязательно всем отвечу, всегда со всеми общаюсь. Как у вас дела? Что у вас нового? Давайте как-то общаться, да, дружить, объединяться. Я думаю, это будет никому не лишним. Друзья, правда? Друзья, это все, чем на сегодня хотела с вами поделиться. Всем добра, здоровья, позитива, мира и жизни полегче. А мы увидимся с вами в новом ролике. Всем пока!